Господа, коли ж вы все здесь собрались, разрешите принести им свои извинения. Ну, вы не поняли меня, господа. Я просил извинения на тот случай, если не буду иметь возможность дать удовлетворение всем троим. Ведь господин Атос имеет право первым убить меня. И это может лишить возможности уплатить мой долг чести вам, господин Портос. Обязательство же, выданное мною вам, господин Арамис, вообще превращается почти в ничто. Прошу простить меня, господа. Но только за это. А теперь... Не начнем ли мы?